тоннелепроходческий комплекс АВН-3700. Длина тоннелепроходческого комплекса 88 метров, внешний диаметр 4,5 метра. Общий вес оборудования составляет более 300 тонн. Щит состоит из четырех секций: режущий орган, привод режущего органа с оборудованием, домкратная секция с блокоукладчиком и хвостовая часть с рядами щеточных уплотнений. Проходческая машина ВСМ-5500 /10000 В-009. Работы на шахте велись в несколько этапов. Сначала производится выемка грунта из подготовительного котлована на глубину 1,5 метра и его бетонирование. Затем бетонируется опорный фундамент. И после этого в ствол шахты устанавливается первое ножевое кольцо. На сборном металлическом фундаменте закрепляются машины с домкратами задавливания тюбингов и тросовые домкраты удержания ствола шахты. После этого монтируется еще 5 бетонных колец. В шахту устанавливается стволопроходческая машина. Затем монтируются лебедки подъема-опускания и конструкция энергетической цепи для бесперебойного обеспечения работ. Во время проходки ствол шахты залит водой. Это необходимо для того, чтобы сбалансировать давление грунтовых вод и избежать просадки грунта. Рабочий орган стволопроходческого комплекса – это телескопическая стрела с вращающимся фрезбарабаном и мощным насосом. Она движется от центра к периферии шахты, увеличивая или уменьшая давление в зависимости от состава грунта. Одновременно с проходкой ствола велась сборка высокоточных бетонных тюбингов. Для того, чтобы в ствол не попадали грунтовые воды, тюбинги снабжены специальными резиновыми уплотнениями. Самая глубокая шахта коллектора, построенная механизированным способом, уходит под землю на 83,5 метра.